Я офигею, дорогая редакция. Вот я не знаю, ты это видишь или нет, но у нас идет снег и одновременно дождь. Вот эти вот капельки на стекле, это не просто растающий снег, это реально дождь. Вот я до этого не засняла, к сожалению, но сначала шел дождь, а потом пошел снег, и при этом дождь не прекращается. Короче, да, вот так как мы живем здесь, в Сибири. Да, и я напоминаю, что сегодня у нас 20 апреля, меня зовут Даша, и это мой влог о чудесной апрельской погоде. Блин, ну серьезно, почти май, погода, ты чего? Хотя, я вспоминаю, как-то в мае же шел снег, в конце даже мая шел снег, и я даже вставлю фоточку эту доказывающую. Ну блин, ха-ха. Майская погода здесь, в Сибири, становится достаточно занятной, как говорил капитан Джек Воробей. Занятно. Смекаешь? Все, пока. Надеюсь, наша погода тебя впечатлила. На самом деле, прикольно ведь. У природы нет плохой погоды. Каждая природа благодать. Да. Ох. Солнышко в руках. Солнце тебе, короче. Чтобы погода у тебя была солнечной, теплой и загарообеспечивающей. Ну все. Пока.